И к нам в гости зашел Сергей Берестов. Сергей, скажи, пожалуйста, какие сейчас инновационные технологии представлены в производственном бизнесе? Ну, вообще для привлечения потребителей сейчас используется много различных способов и для повышения среднего чека, и для привлечения новых потребителей. И одна из самых инновационных и актуальных – это, наверное, кэшбэк. Все-таки не обесценивает товары, привлекает потребителей, и это расценивается не как скидка, а как дополнительный источник заработка. Человек увидел рекламу там с кэшбэком 10%, идет в ближайший магазин, покупает и возвращает себе часть денег. А скажи, пожалуйста, ваша компания какие цели ставит на эту выставку? Зачем вы здесь? Здесь найти интересных партнеров для вообще продвижения. То есть мы как агрегатор офлайн-кэшбэка объединяем в себе 10 самых крупных офлайн-площадок. То есть производители дают кэшбэк на свои бренды, и мы уже как агрегатор рекламируем на все наши площадки. То есть... Ребят, экономьте правильно и с умом.